Доброе крещенское утро всем, друзья! Поздравляю всех с крещением! Сегодня прям настоящее крещенское утро с морозами. Минус 19. Пусть эти морозы унесут все плохое, что случилось в прошлом году в нашей жизни. Пусть принесет нам этот белый снег, только все хорошее, радостное. Вот такое вот солнышко морозное. И пролетает такой снежок, и серебрится на солнышке, и как такой серебряный-серебряный снежок. А у меня вот расцвела орхидейка на Рождество. Порадовала. Вот и порадуйтесь вы вместе со мной. Такая вот красота на крещение. Раньше у нас здесь купались на озере. А в этом году что-то смотрю, не сделали прорубь почему-то. И не купаются. Вот такая вот красота. Но купаться у нас будут дальше, там на набережной.